Good morning. Periscope morning, beautiful world. Доброе утро всем. Я начинаю прогулку в парк. Сегодня суббота, 2016 года. Время 7 утра. Локальное обдубление. Столица Ирландии. Температура примерно 4 градуса. Ветер около 20, северо-северо-западный. Я иду в сторону парка. Сперва я вам покажу рассвет. Sunrise first. So I'm swapping the camera. Это я нахожусь в районе направления движения Крахини. Вот это рассвет. Где-то рассветет минут через 15, уже светает. Поскольку мы на уровне моря находимся. Я сниму небольшой кусочек, потом продолжу съемку. Промежуточная дорога менее интересная. Ну вот там примерно восток. Две трубы — это Dublin Bay, Ирландский залив Ирландского моря, или его еще называют Кельтским. Но там были, имеются тройки гор Виклоу, то есть поле, вдоль которого гуляют регулярно птицы, просыпаются, как видите. Достаточно мало машин, а суббота, в принципе, рабочий день, но не очень. Кто-то работает, кто-то нет. Магазин открыт. Шутник. Я прогуляюсь немножко с вами, и потом я вернусь. Когда мы дойдем до парка, привет, привет всем, кто присоединяется. Рассвет в Дублине, Северной Ирландии, Дублина, район Рахини. Снимаю с телефона 6+. Сегодня у меня с лимитом на интернет все в порядке. Вчера прервалась связь. Мои фото я регулярно добавляю в Инстаграм. Можете смотреть. Если пойдете в профиль, это можно сдвинуть вправо на айфоне или вниз на андроиде. Появляется профиль. Там есть Инстаграм, другие вещи. Предыдущие стримы можно реплей пересмотреть, они там есть в записи. Я только удаляю совсем неудачно. Погода неплохая, красивые облака. Впереди в парке еще будет мало народу, чуть позже появляется ночник. Вот вид на Дублинский залив. Впереди горы. Ну, я думаю, я продолжу где-то уже из парка. Пока все. Просто хотел вам показать рассвет.